Новый игровой комплекс на улице Садовая 8А открывали дружно и весело. В дни школьных каникул местная ребятня высыпала на улицу, чтобы принять участие в празднике, подготовленном к открытию детской площадки. На этом месте прежде находились устаревшие игровые элементы. Советское наследие теперь в прошлом, а наяву современный и благоустроенный двор, который был реконструирован по губернаторской программе. Данная детская игровая площадка была реконструирована в рамках комплексного благоустройства дворовой территории. В 2017 году у нас было 12 дворов, плюс 6 дополнительных по программе «Добродел», которые попали в рамку благоустройства. Проводились работы по текущему содержанию, но именно по данному адресу и еще по трем адресам у нас прошла реконструкция детской игровой площадки в рамках этой программы. Игровые элементы, установленные на площадке, предназначены для детей от 1,5 до 14 лет. При входе табличка, информирующая о технике безопасности и поведении. Дети до 7 лет могут находиться на площадке только с родителями. Из существенных преимуществ новодела – комфортное и безопасное покрытие, надежные конструкции горок и качелей, удобные карусели с прочными сидениями. Площадка изумительная просто, восхитительная, что нам сделали такую площадку для наших маленьких внучат. Столько эмоций. Ну, еще нам очень нравится эта площадка, она безопасна и не страшно ребенка отпускать, даже такого маленького, как бы. Вот, ну, качели, карусели, в принципе, все нравится. Детская площадка на улице Садовая, третий по счету объект реконструкции. Всего таких новых комплексов в Одинцово появится 4. Благоустройство ведется и в районе. По поручению губернатора ежегодно в муниципалитетах Подмосковья должны приводиться в порядок не менее 10% территорий. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».